Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверева, и мы сегодня смотрим с вами очередной спортивный фитнес-трекер, либо спортивный браслет от компании Vidun, модель X6. Поехали! Итак, как всегда, вы ссылки на товар сможете найти вот там вот внизу в описании, проверяйте. Vidun X6 стоит $32 всего лишь, что в пересчете, если по курсу $1.50, получается, ну, где-то 1600 рублей. Итак, мы получаем полноценный фитнес-трекер, который умеет отслеживать наши шаги, сколько калорий мы сожгли, сколько мы прошли, и показывает еще время. Плюс также есть функция будильника, и можно читать свои смс, которые приходят на телефон, всякие уведомления, либо когда вам кто-то звонит. На задней стороне можем посмотреть сразу, что подключается к iOS, Android, то есть можете использовать на любых устройствах. Имеет на борту Bluetooth 4.0, то есть меньше будет поедать энергии. И когда нужно, он будет у нас работать. В комплекте браслет, зарядка и инструкция. Имя звонящего, смс, которая приходит, можно прочитать. Можно читать уведомления, можно смотреть, сколько вы прошли, можно мониторить свой сон, сколько калорий сожгли. Есть уведомление, называется Long Sitting Alert, то есть мы ставим раз в час, мы должны подвигаться, он нам будет об этом сообщать в вибрации. Далее как раз сама вибрация, подключается по Bluetooth, можно купаться в нем и тач-дисплей. Давайте откроем коробку. Коробка, кстати, очень хорошая, это такой прям твердый картон. Модель X6, как BMW, BMW. В комплекте у нас идет кабель для зарядки, такой вот он. Именно специфический, под именно этот браслет сделан. Но здесь USB, а здесь вот как раз клипса. И вот он браслет, у меня он черного цвета, есть заглушечка небольшая. Внутри там идет инструкция, вот здесь можно почитать. Значит, смотрите, сам браслет регулируется, соответственно, по длине. То есть можно носить на большой руке, можно на маленькой. Вот здесь находятся снизу коннекторы, при помощи которых, я так понял, наверное, на магнитах. Коннектится, да, сюда зарядка, бац, все работает. Ну и смотрите, как выглядит на запястье все это сзади. Браслет выполнен из медицинского силикона, имеет небольшую резьбу, это красиво. Сзади есть такой металлический шильдик, его можно, кстати, вот поменять при желании его отсюда вытащить и вставить сюда вот такой вот черный. Если вы не хотите видеть здесь никаких вот таких серых металлических частей. Ну это хорошо, позаботились, положили за 1500 рублей, это суперски. Значит, браслет никак не открывается, мы внутрь никак не залезем. Впереди находится ледовский дисплей размером чуть меньше, чем 0,9 дюйма. Но на нем отображается вся полезная информация, и существует одна сенсорная кнопка, она вот находится здесь справа. Весит всего лишь 20 грамм. Такой невесомый. Защищен от воды по протоколу IP65, то есть с ним можно выйти на улицу, пробежать под дождем, помыться в душе, но нырять и плавать с ним нельзя. Ну или точнее, не рекомендуется, можно, конечно, но если затопится, то, извините, предупреждали. Чтобы активировать дисплей, мы проводим пальчиком по сенсорной кнопке. Здесь у нас идет тренировка, ее можно, соответственно, начать, по времени отсечь, и дальше у нас будет она в памяти. Мы переключаем время, шаги, сожженные калории, пройденное расстояние и опять время. Весь шрифт, который отображается здесь, можно настроить через приложение. Вся самая полезная информация находится здесь. Можно не листать, можно просто трогать. То есть я просто по привычке вот так вот просто листаю. Приходит уведомление, читаем здесь. Приходит смс-ка, читаем здесь. Кто-то позвонил, читаем здесь. Мне понравилось, как он смотрится на руке. Смотрите, черный цвет, вот эта вот серенькая вставочка, шильдик, очень классно. И впереди, ну, самое полезное, что вот здесь может быть. Вот, ну, как-то со второго раза обычно срабатывает. Вот все, чем богат фитнес-трекер. Здесь все это присутствует. Ну а теперь давайте посмотрим на само приложение. Оно называется также Vidun. Вот она. Так, Bluetooth. Включаем Bluetooth. Сейчас, секундочку. Мы включаем Bluetooth. Вот, нашел. Сейчас идет синхронизация. Сразу показывает уровень заряда нашего браслета. И мы можем посмотреть, сколько шагов мы прошли, сколько калорий потратили, ну и как в любом фитнес-трекере. Ну и сверху можно переключать, это вот за сегодня я успел 614 шагов пройти, расстояние 0,48 километра, сожженные калории, время сна, сон можно вручную сбивать, вот вчерашний результат 7209 шагов, хотя может он сейчас увеличится, можем посмотреть все это дело на графике, можно посмотреть поподробнее все это за неделю, за месяц, за один день открыть.
Так, выходим назад. Дальше по сну. Смотрите, есть как мы просыпались. Это тоже можно все внести вручную. Можно сюда подключить своих друзей. А в настройках можно настроить, соответственно, цель 10 000 шагов, отображение формата времени. Можно шрифт часов выбрать. Вот здесь он выбирается, любой из присутствующих. Можно сбросить, можно настроить браслет на левую и на правую руку и внести свои данные. Да и, в принципе, и все. Ну, ребят, обычный фитнес-браслет, но за $32-33. Классная штука. Ну что, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ждите новых роликов. А с вами был Илюха Зверев. Всем пока! Поломал руки-ноги. Вот. Зверьё, конечно, на подъеме. Выбил вообще из него все соки. Доширак, блин. Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверьё. И сегодня мы будем играть в Mortal Kombat X. Это игра.